На заседание общественного совета Игорь Крутой приехал прямо из аэропорта Сочи. Он, как основатель и продюсер «Новой волны», заявил, что лучшего места для международного конкурса искать не стоит. Сочи всем понравился, и организаторы уже начали с Нового года подготовку к очередному музыкальному конкурсу. По энергетике, конечно, Сочи наш город. Так же, как и Юрмала была наша. И вот здесь как бы все оказалось родным. И подошло по энергетике, и по такой насыщенности, и по отношению людей. Мне показалось, что это наш город. Изменилось время проведения «Новой волны». Теперь гостей и участников стоит ждать в бархатный сезон с 3 по 9 сентября. Целая неделя прямых эфиров, концертов, а это несколько творческих вечеров. Виктора Дробыша к его 50-летию, Олега Газманова к 65-летию и авторский творческий вечер Игоря Крутого с участием Анны Нетребко, Дмитрия Хворостовского, Лары Фабиан, Юрия Башмета. Дни открытия и закрытия «Новой волны», день премьер – это концерт звезд и день кино, который проведет известный режиссер Никита Михалков. Глава города Анатолий Пахомов отметил, что лучшей рекламы города и не найти, когда в течение концерта после исполнения каждой песни звучит «Город Сочи». То, что сегодня проект «Новая волна» снова в городе Сочи, это большое завоевание. При всем том, что мы являемся местом проведения более чем 200 мероприятий в год, они разные, сложные, тем не менее, отказываться от какого-либо проекта я бы не стал. А особенно от таких мегапроектов, как «Новая волна», потому что это проект для нас очень важный по продвижению курорта. В качестве статусного гостя ожидается приезд британского музыканта, певца, актера, автора песен Стинга. Участники музыкального конкурса – молодые исполнители из 13 стран. Планируется открытый концерт и для всех жителей Сочи. Пообещали и Анатолий Пахомов, и Игорь Крутой. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.